Он нам не царь. Задержаны 250 участников акции. Россия протестует против Путина. Более 150 человек были задержаны в Красноярске. В Якутске после несанкционированной акции полиция задержала 75 человек. В Новокузнецке более 20 человек. В России на акциях протеста «Он нам не царь», приуроченных к инаугурации президента Владимира Путина, в субботу, 5 мая, задержали уже более 250 человек. Среди задержанных есть и простые прохожие, которые не принимали участия в протестах, сообщает Сибирь Реалии. Отмечено, что более 150 человек были задержаны в Красноярске. В свою очередь в Якутске после несанкционированной акции митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов. Тем временем в Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек. Как сообщается, на акции в Москве были задержаны и избиты несколько журналистов. Корреспондента интернет-издания «Знеккам» полицейский ударил палкой. Также был задержан фотокорреспондент «Новой газеты» Михаил Гребенщиков. К тому же, полиция задержала молодых людей, которые пришли в коронах с надписями «Вован и Димон» и с плакатами «Фальшивые выборы». Отмечается также, что среди задержанных в Красноярске – координатор штаба Навального Яна Герасимова. На данный момент суд признал ее виновной в нарушении порядка организации митинга и арестовал на трое суток. Также сообщается, что 15 человек, задержанных в Барнауле, уже отпустили. Ранее стало известно о задержании на митинге в Москве организатора антипутинских акций протеста Алексея Навального. Напомним, в субботу, 5 мая, в российских городах начались акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Навального. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.